Всем привет, меня зовут Евгений, и вы находитесь на канале 4300К. Сегодня будем баловаться, сегодня вечер пятница, сегодня можно. Короче, заказал я с Инстаграма вот такую вот хрень. Оп, а сейчас мы откроем ее и посмотрим чудо Nano Pro Renovator Far. Обещают прям нереальные результаты. Поэтому сейчас я вскрываю эту пшикалку, и мы посмотрим, на что она способна. Заказал я эту штуку, честно говоря, знаю, что может не работать, но тем не менее мне интересно попробовать что-то новое, скажем так, потому что обещают какие-то золотые горы за 250 гривен, за 249 по акции. Вот, поэтому заказал я эту штуку. Я как-то уже заказывал Силан Гард. Ну, оно не работает. Не знаю, у меня оно не работает. Типа, это жидкое стекло. Вот, я думаю, что эта штука максимально приближена по качеству к тому жидкому стеклу, которое я тогда заказывал. Вот, идет вот такая у нас, значит, бутылочка. И тряпочка. Что уже приятно, потому что я думал тренироваться на своих тряпках, но здесь уже есть. Короче, вот такая вот штучка. Хрен его знает, что это там внутри. Состава, естественно, нету. Обещают золотые горы. Профессиональное средство для восстановления и очистки фар, стекол, зеркал. В общем, ссылку я оставлю. Это как бы не реклама. То есть я пробую для вас. Вот потратил 300 гривен. Вот, и попробуем вот эту вот штуку в деле. Работает или нет? Короче, как-то так. Так, смотрите, значит, есть у нас три пациента. Самый печальный — это у нас фара Audi Q7. Я ее еще буду делать. Вот, и буду делать, скорее всего, бесконтактную полировку фар. До этого я не занимался таким, поэтому будет еще отдельное видео. Ну, естественно, если реноватор не поможет. Вот. Теперь, значит, Polo Sedan, наша боевая фара. В принципе, она выглядит в более-менее нормальном состоянии. Есть, конечно, здесь моменты. Скольчики всякие там. Царапульки. Вот, видите, вот такие вот сколы, типа, ну, короче. Сейчас попробуем что-нибудь. И вот стекло, которое лопнуло, оно у меня лежит, я его еще не успел выкинуть. Вот то так вот, наверное, мы будем смотреть стекло. То есть, видите, микротрещинки, царапульки. Микротрещинок нет, сколы и царапульки. Посмотрим, насколько оно будет прозрачно после реноватора. Короче, так, пробуем на самой печальной фаре Audi Q7. Короче говоря, написано. Способ применения. Распылите средство в умеренном количестве по поверхности, сотрите чистым полотенцем или тканью из микрофибры. Не кушать, беречь от детей, промыть водой, если попало в глаза. Избегать попадания на кожу. Ну, как бы мы будем аккуратно. Хотя не знаю, хрен его знает, что там за реноватор. Может, у меня пальцы будут блестеть потом. Короче, ладно. В общем, распылим чуть-чуть с краю. Так-с. Вот так. Не знаю, видно там нормально? А, оно работает, оно работает! Шучу, шучу, тихонечко. Все, написано, там нет, не надо ничего ждать. Пахнет одеколоном. Все, можно растирать. Попробую вот так вот сразу. Раз, 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 раз. Ну, так, что-то как-то оно действует. Надолго ли его хватит? Вот в чем вопрос. То есть это вариант для перекупов. Запшикал, продал. Так, ну что, есть какой-то результат. Оно похоже на чернитель для фар. Значит, вот здесь прошелся. Здесь вот
Фара, ну, в принципе, я ее помыл влажной тряпкой, то есть вот это лак, это американцы, они такие печальные приезжают сюда, в Украину. То есть вот такая вот фара. Здесь у нас получилось вот так. Ну, то есть заблестило трошки. Короче, теперь попробуем вот еще вот здесь побрызгать и протереть. Так, сейчас. Вот так, чтобы видно было, у нас все хорошо. Небольшое количество распыляем. Все, я думаю, достаточно его распылять. И пробуем вытирать. Волшебство! Наночастицы! Ну, то, что она блестеть начала, это факт. Ну, судя по тому, что я вижу, то в принципе чуть-чуть она заблестела. Сейчас попробуем ее. Да, вот она, остатки какие-то там что-то есть. Опа, теперь все, мне конец. Рука на руку попала, все, это конец. Так, вот здесь у нас. Ну да, оно не высыхает. Оно вот, его надо подсушить или что. Так, ладно. Попробуем теперь вот это вот стекло. Сейчас я вот так вот прям. То, что оно блестит, конечно, это хорошо. Ну и ожидать от такого средства, что сколы затянутся, я тоже как бы понимаю, что этого не произойдет. Так, в общем, смотрим. Ну, сколы остались, а царапины, вот, как бы их нету. Вот глазом смотрю, они-то есть, но камера не может такие мелкие сфокусировать. Ну, короче, ВД-40, что-то типа того. Эффект какой-то есть, но пока оно мокрое. Вот, высохла, короче, фара. Реновация, ку-ку, ты где? Ребята, вы все поняли, да? Ну, я не буду поливать уже полоседан этой жидкостью. Ну, смысл какой? Вот, результат. 250 гривен, 300. Пока оно мокрое, короче, ну, оно блестит. Вот оно высохло, все. Реновация закончилась. Нано-реновация закончилась. Так, ну я не вижу смысла дальше что-то там рассказывать, трусить, сушить. Только что вот я забрызгал Q7, вроде было неплохо. Сейчас я вот так вот выставлю, чтобы было виднее. Я положу под фару что-нибудь, вот так. Вот, чтобы было видно лучше. Так, значит, еще раз. Все, новое почти, но пока не высохло. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, если интересно, ставьте лайки. Скоро будет у нас обзорчик. Где? Вот тут обзорчик еще скоро будет. M2S и LED F3 будем прогревать. Все, до новых встреч, всем пока.